Синеев, Загайнов, Колесников, Афанасьев, Карпетян и Брагин в воротах. Загайнов в центре. Карпетян. Афанасьев. Загайнов. Чуть запоздалая передача Колесникову. Загайнов на Якубова. Якубов сам врывается, удар. И коллективный отбор. Опасный момент, удар. Брагин. Брагин вступает в игру сейчас. Из убойнейшей позиции бил игрок КамАЗа. Из-под перекладины Брагин сейчас вытащил. Еще удар. И Брагин опять повторяет. Два опасных момента. Карпетян, ошибка. Загайнов подхватывает, надо самому разбегаться, разгонять атаку. Не прошла передача на Колесникова. Афанасьев перехватывает. Отличная передача на Якубова. Якубов должен догонять. Навес Минеев. Не получился удар у Минеева. Загайнов. Колесников. Перехват. Выход один на один. Брагин. Брагин спасает сейчас выход один на один. Ошибаются наши ребята. Загайнов первый на мяче. Сам бежит. И штрафной зарабатывает сейчас Загайнов. Артем. Thank you.
Минеев будет исполнять штрафной. Стенку поставил КамАЗ. Удар. И в перекладину попадает сейчас Минеев. Якубов. Еще один удар. Быстрее, догоните, не давайте. Колесников успевает вернуться. Карпетян. Минеев. Точно не поняли друг друга сейчас игроки. И Афанасьев блокирует удар. Угловой в пользу команды. КамАЗ. На поле появляется Гараев, Сафин. Дача. Еще одна подача. Надо выбивать мяч. Еще один угловой в пользу команды КамАЗ. Подача Брагин. Отбивает сейчас Брагин мяч. Игроки выбивают воротам КамАЗа. Отпускает Алан сейчас мяч за пределы поля. Надо успокоить игру, дать ребятам выдохнуть после такой пятиминуточки. Гараев с мячом. Центр на Минеева. Сафин. Сам обыгрывает. Передача на Гараева. И потеря. Удар. Фиксирует Алан мяч. Вперед на Минеева. Очередной удар. Минеев с мячом. Якубов. Якубов сам обыгрывает. Передача в штрафную. Угловой зарабатывает команда «Строитель». Минеев пошел подавать. Вместо Сафина на поле появляется Афанасьев. Вместо Якубова Краснов. Розыгрыш. Афанасьев. Удар. И Гараев выбивает мяч в аут, чтобы команда успела вернуться. Брагин. 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 Опять сегодня Брагин вступает в игру. Дают наши ребята бить. Ой, опасный перевод.
Краснов. Сам обыгрывает, разгоняет атаку. Передача на Минеева. Загайнов должен подхватить. Афанасьев. Минеев. Загайнов. Ошибка. Сейчас вынужден бежать назад. Краснов ошибается. Брагин. И мяч залетает в ворота. Вместо Краснова Якубов. Минеев. Не прошла передача. КамАЗ. Удар. Музыкальную паузу сделаешь. Там, да, эксперт. Брагин на выходе. Афанасьев будет водить мяч от ворот. Вперед на Минеева. Штрафной в пользу команды КамАЗ. И сразу в команде КамАЗ смена. Опасная игра, фиксирует судья. Штрафной в пользу команды «Строитель». Разыграли наши ребята. Афанасьев, Колесников, Якубов. Через Загайнова. Загайнов на Афанасьева. Обратно. Колесников ошибается. Сам исправляет быстро ошибку. Минеев на Загайнова. Неточная передача. Нира. Сарваров на поле появляется. Ай, неточная передача Минеева. Колесников самоотверженно принимает удар на себя. Загайнов.
Зубов. Передача в центр. Штрафной Аминеев. Колесников дал. Толчок. Толчок. Не свистит судья. Толчок. Загайнов. Сохраняют наши ребята мяч. Афанасьев с мячом. Отличная передача на Якубова. Якубов, передача в центр. Афанасьев. Нету предложений, нету предложений у Колесникова, кому отдать. И потеря, КамАЗ бежит в контратаку. Отложенный штрафной. Высрали розыгрыш от КамАЗа. И ваут выбивают наши ребята. Остается еще около 8 минут. Есть еще время сравнять счет. Удар. Вместо Колесникова на поле появляется Карапетян. Вместо Сарварова на поле появился Гараев. Давайте бить! Ворот. Афанасьев вперед. Минеева. Карапетян Абрагина. Афанасьев. Гараев. Карапетян ищет, кому продолжить, через кого. Афанасьев на Минеева. Загайнов. На Якубова. В команде КамАЗ смена. Карапетян выбивает головой ваут. Гараев.
центр на Минеева. Отворот. Странно принимает решение судья. Подача. И мяч входит за пределы поля в аут. Катя убивает сейчас Данир мяч. Афанасьев. Брагин показывает, что он контролирует мяча. Афанасьев вперед. Брагин. Справился сейчас Алан с отскоком. Вместо Гараева появляется Колесников на поле. Команда КамАЗ будет исполнять угловой. Подача. Брагин. Брагин. Вперед на Якубова. Данир падает сейчас. Данир. Ну, давайте, ну, вперед. Рядом со штангой после удара игрока КамАЗа мяч пролетает. Колесников ставит корпус. И Брагин просто в аут, чтобы успели игроки вернуться. Подача. Все, матч закончен со счетом 2-1 в пользу команды КамАЗ.